Всем привет! Сегодня телефоны практически есть у каждого. И ввиду того, что в последнее время они стали более мощными и доступными, рынок смартфонов непрерывно растет. Это небольшое устройство объединяет в себе сотни маленьких гаджетов. От телефона, книги, календаря до часов, камеры и музыкального проигрывателя. Также существует и множество других внешних аксессуаров, которые могут вывести ваш смартфон на новый уровень. Поэтому в этом видео я приведу список лучших гаджетов, которые сделают ваш смартфон еще умнее. Ну а перед началом хочу попросить вас подписаться на наш телеграм-канал, где постоянно публикуется интересный контент в мире технологий. Ссылка на канал будет в описании, ну а мы продолжаем. TimeMate – это многоцелевой трекер, который позволяет вашему смартфону находить потерянные предметы. Устройство подключается к вашему телефону через Bluetooth и вставляется или прикрепляется к чему-либо, что может быть потеряно. TimeMate помогает находить предметы первой необходимости во время повседневной рутины, устраняя все неудобства и помогая вам оставаться организованным, чтобы вы могли делать все возможное и сосредоточиться на том, что важно. После подключения к смартфону вы можете дать звуковой сигнал трекеру, чтобы найти свои вещи в радиусе 60 метров, или использовать приложение под названием Tile, чтобы увидеть его на карте. Также есть возможность анонимно попросить сообщество пользователей Tile помочь вам найти потерянные вещи. Благодаря компактной конструкции и заменяемой батарее устройство является отличным выбором для отслеживания вещей. Pigo, призванный одним из самых маленьких устройств в мире, представляющий собой универсальный проектор высокой четкости, который подключается к вашему смартфону и предлагает потрясающее впечатление от просмотра любых типов мультимедиа. Благодаря компактным размерам чуть больше 5 см и мощному аккумулятору, который беспрерывно работает 5 часов, вы можете носить с собой этот маленький кинотеатр где угодно. Что лучше всего в Pigo, так это его удивительные технические характеристики, такие как встроенные Hi-Fi динамики, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB подключение, а также 16 гигабайт встроенной памяти. Он также совместим со многими приложениями в магазине Google Play и возможность потоковой передачи мультимедиа с Netflix или YouTube через ваш компьютер или смартфон, что делает его поистине развлекательным и удивительным кубом. SkyBasic – это портативный цифровой микроскоп, который подключается к вашему смартфону по беспроводной сети и позволяет вам заглядывать в самые крошечные места, недоступные для человеческого глаза. Вы можете сохранять изображение и записывать видео с разрешением 1800p с помощью 2-мегапиксельной камеры, которая выявляет невероятные детали объектов. Цифровой микроскоп подключается к вашему смартфону через приложение для iOS или Android, или же к компьютеру на Windows или macOS через специальное программное обеспечение. С помощью устройства вы можете добиться от 50 до 1000-кратного увеличения, а 8 регулируемых светодиодных ламп обеспечивают отличную четкость изображения. Также есть фиксированная и поворотно-металлическая подставка, чтобы удерживать устройство во время просмотра. Если вам нужен надежный карманный принтер для вашего смартфона, то стоит обратить внимание на портативный фотопринтер Kipex, который очень компактен и прост в использовании в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это поместить заменяемую пленку, затем положить смартфон желаемой картинки поверх устройства, затем нажать на кнопку, и ваша любимая фотография будет мгновенно распечатана. Самое замечательное в принтере Kipex заключается в том, что вам не нужно подключать его к батареям или кабелям, хотя, например, тот же Fujifilm требует установки мини-пленки, которую вам нужно будет покупать отдельно. Кроме того, обе стороны принтера можно сложить, чтобы его легко было носить с собой. Если вы любите играть в многопользовательские игры на своем смартфоне, то это универсальное маленькое устройство доставит вам массу удовольствий. Cubel – это многоцелевой игровой контроллер, который одновременно служит держателем для смартфона и триггером кнопок для мобильных игр, в основном для игры в PUBG. Это универсальный контроллер, который подходит для всех смартфонов от 4 до 5,6 дюймов с любой операционной системой. Игровой контроллер Cubel обеспечивает удобное удержание благодаря легкосплавным триггерам и управлению 4 пальцами. Более того, триггер можно поворачивать на 180 градусов, чтобы вы могли настраивать устройство на любые игры и под себя. По центру контроллера также находится вентилятор, который можно включить в любой момент, чтобы ваш смартфон не сильно нагревался.
Zenva Pro Lens Kit – это идеальный аксессуар для впечатления отличных фотографий, который подойдет любителям селфи-снимков. В комплект входит макрообъектив Clarus 15X, широкоугольный объектив True Vive, зажим для объектива True Grip, мини-светодиодная лампа Glow Clip и быстросъемный футляр, который помогут вам получить отличное впечатление от фотографий. Весь комплект объектива совместим со всеми смартфонами, с одной или двумя камерами и поставляется с кратким руководством по применению. Линзы в комплекте довольно качественные и дают отличные результаты при снимках, а светодиодная мини-лампа делает изображение еще ярче. Кроме того, его прочный дорожный футляр позволит вам брать с собой линзы куда угодно и где угодно. WonderCube – это небольшое устройство размером примерно в 1 кубический дюйм, оснащенное рядом функций, включая кабель Lightning MFI, кабель microUSB, флеш-накопитель памяти, аварийное зарядное устройство, подставку для смартфона со светодиодным фонариком и брелком для ключей. В кубе также есть отсек для батареи, чтобы вы могли зарядить любое устройство без необходимости подключения к адаптеру питания. WonderCube – это идеальный аксессуар и незаменимый предмет среди обычных вещей, которые вы носите в сумке или в кошельке. В нем есть все, чтобы вы могли справиться с любой чрезвычайной ситуацией и использовать свой смартфон в полной мере в любом месте. Если вы хотите делать снимки со своего смартфона, которые получаются идеальными с точки зрения освещения, вы можете воспользоваться накладной светодиодной подсветкой Axiova. Устройство можно удобно прикрепить к смартфону, что обеспечивает мягкое освещение для ваших видео или изображений. Селфи-фонарь поддерживает три режима подсветки, чтобы вы могли использовать любой из них в зависимости от освещения. Это особенно полезный аксессуар для любителей селфи, которым для получения наилучших результатов нужен хороший свет. Фонарь можно использовать с любым смартфоном как с передней, так и с задней камерами, а также в качестве аварийного фонаря, если возникает в этом необходимость. Если вы относитесь к числу тех, кто любит запечатлять памятные моменты в более динамическом стиле, то устройство Osmo Pocket поможет вам реализовать данные идеи. Это небольшая стабилизируемая портативная камера, которая поможет вам превратить любой момент в кинематографическую память, предоставляя вам потрясающее видео и изображение. Камера поддерживает снимки в 4K и 60 FPS. Также есть автоматическая стабилизация положения и селфи-режим, что является очень большим его преимуществом, учитывая его размер. В нем используются три различных типа технологий стабилизации, которые в сочетании позволяют снимать абсолютно плавные видео. С матрицей 1 на 2,3 дюйма, углом обзора 80 градусов и диафрагмой вы сможете снимать изображение с захватывающей детализацией. Более того, он поставляется с универсальным портом, который соединяет его со смартфоном, а также постоянно растущим набором аксессуаров, которые позволяют снимать любым способом. Единственным ограничением для этой камеры является только ваше воображение. Чтобы получить кинематографические впечатления от вашего смартфона, экранная лупа для мобильных телефонов – это устройство, которое поможет превратить ваш смартфон в мини-телевизор. Он имеет вращающуюся складную конструкцию, позволяющую брать его с собой куда угодно и устанавливать в любых условиях. Лупа не требует подключения и совместим с любым смартфоном. Данный продукт также очень хорош для снятия дискомфорта и зрительного утомления, вызванных длительным фокусированием на маленьком мобильном экране. На этом список 10 лучших устройств для смартфона подошел к концу. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях.